Многие из вас играют в различные мобильные игры, MMORPG, стратегии. При всей своей красе они требуют немало вложений. Команда Donut Shop номер один помогает совершить покупки со скидкой в 20-40% в зависимости от вашей игры. Оплату за работу по факту после проверки начисления игровых ценностей, наборов ресурсов и прочее. Обращайтесь в контакты в описании Telegram. Поэтому чекайте, все ссылочки будут в закрепленном комментарии. А сейчас самая главная тема видеороликов – это вирусов на Android-устройства и для iOS, для iPhone, для iPad, неважно, что это будет. Так случилось, что Android более уязвим, чем iOS, по той простой причине, потому что закрытая система, более стабильная прошивка и прочее. Поэтому будет, скажем так, если у вас высветится окошко, то, которое я вам сейчас покажу, можете не переживать, закрывайте просто это окно, это просто обычный переброс на какое-либо приложение, там VPN или антивирус, не знаю, но это больше касается Android-устройств. Так вот, как мы разобрались, Android-устройства более уязвимы, поэтому советую просто делать резервную копию, перепрошивать телефон, и он у вас будет опять живой, быстро работать, никаких проблем не будет. На iPhone это уж сложнее вирусняк какой-либо схватить. Это практически невозможно. Поэтому, ребята, не бойтесь, если у вас столкнулись какие-то проблемы, глюки, баги, вы просто делаете резервную копию, перепрошиваете ваше устройство, делаете выводы, что с каким-то сервисом, сайтом лучше не работать. И все. И ваше устройство будет работать стабильно, а вы будете спокойны. Поэтому, если у вас останутся какие-то вопросы, пишите мне, я с вами 24/7. Все полезные ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.